Псалом 61. В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй». Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасенье мое. Только Он, твердыня моя, спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасенье мое. Только Он, твердыня моя, спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут.
Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более. В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасенье мое. Только Он, твердыня моя, спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут.
Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его».